Одиссея, песнь 20. Краткое содержание. В доме Пенелопы собираются женихи. Увидев знамение, они отказываются от своей затеи убить Телемаха. Настроение их окончательно портится, когда Феоклимен предсказывает им скорую кончину. Тою порою женихи, согласившись предать Телемаха смерти, сходились, но в это мгновение слева поднялся быстрый орел, и в когтях у него трепетала голубка. Знамением в страх приведенный сказал Амфином благородный: «Замысел наш умертвить Телемаха, друзья, по желанию, нам не удастся исполнить. Подумаем лучше о пире», — так он сказал, подтвердили его предложение другие. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.